сделали все правильно. Рука находится у нас просунута на болевой прием со стороны головы. Начинаем включаться, ногами помогать, спиной помогать, но безуспешно. Начинаем, накачал парень банки, плечи сильные, невозможно сделать. Бросовываем руку со стороны ног и фиксируем либо поясом, вот мы зафиксировали, либо свободным кимоно. Также фиксация, конечно, без расслабления, ни в коем случае расслаблять нельзя. Вот мы зафиксировали. Он, конечно, уже начинает понимать, что ручки у него в замке и ничего сделать не можем. Просто переходим на удержание. Держание не принципиально какое. Может быть со стороны головы, может быть подобно, поперечно, не принципиально. Руки отключены. Помочь ими для ухода от удержания он не может. Соответственно, фиксируем таким образом, и уйти будет сложно. Все понятно?